уже пользуюсь давным-давно разными фитнес-браслетами. На данный момент это Amazfit Bip. Что бы хотелось сказать? Фитнес-браслеты, фитнес-трекеры. Даже если вы не сильно любите заниматься спортом, вам все-таки необходимы. Данные гаджеты могут посмотреть и подсказать вам приблизительно ваш пульс, сколько шагов в среднем вы проходите в сутки. Могут записать полностью вашу тренировку. При помощи данных браслетов, фитнес-трекеров на многих уже можно просматривать уведомления на телефоне. И можно проверять прогноз погоды. Можно также делать кучу других разных сервисов. Например, таких как оплата по QR-коду. На моем фитнес-трекере это уже полноценно заработало. То есть, вот QR-код. Или вот такой вот штрих-код, по которому можно совершать покупки, оплачивать что-либо. Данная технология в основном работает в Китае, но тем не менее приятно, что даже здесь можно подвязать свою карту под оплату. Вот. Пользуйтесь фитнес-трекерами. Они не будут заставлять вас что-то делать. Но, тем не менее, они могут подсказать, когда вы засиделись, когда вам лучше пройтись, прогуляться, когда вам лучше встать, походить. Вот. И они будут подталкивать вас на совершение тех действий, которые вы могли бы просто-напросто упустить из своей жизни. Там, ту же самую пробежку, пройтись от метро к работе, пройтись там от, я не знаю, там, транспорта, несколько остановок до своего дома, что благотворно повлияло бы на ваше здоровье. Пользуйтесь. Всем, кому было полезно, подписываемся, ставим лайки, либо дизлайки, подписываемся на канал. Всем пока.